предлагаю. Пойдем посмотрите. Вот. То есть очень красиво, очень романтично. Понятно, что, будем честными, народу здесь практически никого нету. Потому что, ну, серьезно, когда все включено, и так хорошая, очень разнообразная кухня, ну да, не дают креветок. Но как бы абсурдно заказывать еще что-то за доплату и приходить еще раз есть. Переваривать то, что у нас и так в отеле включено. Ну, такая опция есть, это хорошо. У кого-то это будет актуально. Может быть, какую-то отметить дату на ее.